когда вы его ловили, вы выгнали, отбирали. Вот, если нет. Учитель это как? Сначала приходит, что, как я. Прогнали бы с дома. Веревка нужна. Ну, повесить дом. Да подожди, сейчас что-нибудь придумаем. Короче, учитель дома оказались. И вот он его говорит, хочешь есть? Ну, конечно. Пойдем поймал. Под стол залази. Ну, давай ему там маслы всякие. Давай ему животное блюдо. Кто-то рыбак тут уже заявил. Сидит и говорит, сейчас точно сплю. Ты с ума сошел? Ты что? Я с телами погонишь. Не спою. Его погнали оттуда. Пример поучительный такой. Вроде мультика это. А вообще детям рэкет как преподают, не видели? Мужик посадил репку, медведь приходит, говорит, давай репку, а сломаю, сейчас говорит тебе. Для детей мультфильм. Сейчас где точно поломаю.